А вот налево дорожка. По ней никогда не ходил. Прогулка на речку 15 сентября 2009 года. Сегодня вышел к речке, я необычно, а так, как в одной из первых прогулок, лет 10 или 15 назад. Вот школа, но совсем другая, не та, которую чуть ли не каждый день упоминаю, что-то писала я тогда о заборе, сочувствием к несчастным затворникам. Вот спуск, по которому не спускался лет 10. Как теперь красиво стало. С дорожками, лесенками, с чугунными перилами и фонарями. А мостик яро-аркоподобный. А вот налево дорожка. По ней никогда не ходил. Так и манит. Отправлюсь. Дико здесь река замечательная, а дорожка из толстых досок, каждая сдвинута относительно другой, так что край и справа, и слева в уступах. Хорошее напоминание, чтобы не оступиться. Мосток до середины реки. Странно, утка забралась на перила мостка. Прыгать она не умеет. Это значит, что взлетела любопытная. Захотелось ей посидеть на перилах. Вообще здесь дизайн деревенский. Деревянный мосток попался с крышей соломой, а заборчики непременно с жердями. Да чего же буйные здесь камыши 3-метрового роста? Все время попадаются столы дубовые, сиденьем из толстых бревен, с навесом или без навесов для пикников. Тревожно идти по неизвестному месту, когда не знаешь, как долго идти. Неожиданно кончилось все. Маленьким юрким шоссе со снующими быстро жуками, от которых пахнет бензином. Я, правда, не подходил и не нюхал, но представляю. Неожиданно еще появилась дорога налево. Это шанс уже к дому вернуться. Вот и аллея, смутно вспоминающаяся мне. Странный дом, обставленный на тротуаре полосатыми плитами из железобетона.
Ничего не написано на здании. Но можно и так по всему догадаться, что это военные готовятся к самообороне. Точно, вспомнил, метров через 150 сюда приходил оформлять камень надгробный для полковника. Звание дали посмертно, поскольку в партию все-таки не вступил. Моему отцу в 2001 году. Длинный, до чего жалея, а все еще не темнеет. Сделав гигантский крюк, устал я. Лег рано утром, молча по Ленской иду.